космонавт Олег Викторович Новинский. Спасибо огромное за ваш теплый прием. Я постараюсь коротко рассказать о нашей работе. Встреча учеников 117-й школы с героем России, космонавтом Олегом Новицким, удалось моего друга и удивительного человека пригласить для того, чтобы ученики имели возможность задать вопросы, послушать из первых уст настоящего героя. Ребята очень любознательные, очень интересуются космосом, и в этом плане очень приятно общаться. Поэтому, считаю, что времени нам не хватило полностью ответить на все вопросы. Космонавты на МКС делают свободные от работ премии. Времени очень мало, можно позвонить домой. Сегодня была встреча с космонавтом Олегом Викторовичем Новицким. Он рассказал нам о своей карьере и о том, как все вообще в космосе устроено. Он даже в фильме снимался. Вот и Юрик висит с растущими волосами, так допущенный эффект. Что вам больше понравилось, быть космонавтом или актером? Конечно, конечно, быть космонавтом. Карьера актера для меня. Я недавно посмотрела в кинотеатре фильм, и очень интересно было познакомиться с героем лично. У нас было ограниченное количество времени, и поэтому количество дублей было тоже ограничено, иначе нас никто замучил просто. Любой из нас бы хотел стать космонавтом. Это очень интересная и увлекающая профессия, но к тому же невероятно сложная. Очень сильно потянут так, что тебе не коллеги двигаются, не само туловище. Но зато это безопасно получается. Сегодняшнее мероприятие было очень полезно для всей школы, а в основном для старшеклассников, которые еще определяются со своей будущей профессией. Они могут начать равняться на таких великих людей, как Олег Викторович.